Алматинские киноманы, возможно, уже скоро будут ходить в кино по QR-кодам. Кинотеатры решили присоединиться к пилотному проекту «Ашык». А значит, чтобы попасть в кинозал, придется скачать на смартфон специальное приложение. Цель проекта «Ашык» – обезопасить посетителей объектов бизнеса. К системе пропусков по QR-кодам уже присоединились 15 алматинских фитнес-центров и спа. Когда вход по цветным кодам заработает в кинозалах, пока не ясно. Кинопрокатчики сейчас продумывают механизм регистрации посетителей. А в палате предпринимателей еще раз напомнили, регистрация в приложении является добровольной. Кстати, узнать свой COVID-статус можно и без него через ИИН. Это займет не больше минуты. Для этого в общественном месте нужно просто предъявить удостоверение личности. Его пропустят через базу и определят статус посетителя.